Дитячие установы Могилевской области перейшли на оздоровленчий летний режим. Значную участку дня малые проводят на свежем поветре. При добром надворе и выхованцы дитячих садков лишь только ядут и спят у помешкания, а весь остатний час гуляют на улице. Наш репортаж с Могилева. У дошкольным центра развития дитяти номер 1 областного центра новый оздоровленчий режим можно побачить на упрост на своей вочи. Сонечная раница, зеленая территория и дети, занятые спортивными гульнями. Вся жизнедеятельность с началом лета в любом детском саду переносится на свежий воздух. Несколько дитячих групп объединились для танцевальной аэробики. Для того, чтобы детям поднять хорошее настроение и немножко оздоровить. Оздоровление, бодрость и добрые летние эмоции. Для этого у дитячих садах уводится летний режим. У среднем 5 годин на улице, а это немало. Спортивная эстафета, шмат хваляваний и усмешек. А дорослые додают и рухаться, як махаболи. То есть выкричиться в первую очередь, выбегаться, выпрыгаться и все остальное. В общем, они должны делать все, что им нравится. Дети поколения Next и сами могут дать парады, как жить и что робить, каб оздоровиться улетку. Мне нравится делать зарядку. Вращение руками. Можно сделать дотягивание до пола. Можно сделать прыжки. Да, в ноги бросить, да. А еще что нужно делать? Хорошие продукты кушать. Желаю всем, чтобы все были здоровы и много питались фруктами и овощами. Керавник этой дитячей установы Татьяна Швецова – делегат Усебеларускага сходу. И один из самых великих клопотов державы – это, конечно, дети и их здоровье. И, безусловно, ну, будем надеяться, что летний оздоровительный период будет способствовать тому, что дети наши укрепят свое здоровье. Илона Иванова, Виталий Боксов, новини региона.